Отже, і ще один гість, я дуже рада вам представити ще одного нашого гостя. Це Владислав Єнтін, голова правління Миколаївського регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців. Доброго утра. Доброго ранку. Ви така серйозна людина, займаєтеся такими серйозними справами, але все ж знаходите час для того, щоб завітати в нашу таку несерйозну трошечки студію і підтримати наших колег. Чому саме? Ну, это уже как стало традицией. Дело в том, что, зная вашего руководителя, который настолько трепетно относится к своему предприятию, к своим сотрудникам, к тому предприятию, которое он развивает, то есть видя его вклад в это все, то есть хочется помогать и участвовать в этом тоже событии, как бы, своим непосильным трудом. Ви ще на сьогодні єдиний, хто не написав нашим майбутнім телевізійникам свої побажання із наших гостей. Я прошу, ось даю вам таке золоте перо чи срібне, не знаю яке. Ви вже знаєте, що робити? Ну, я думаю, я справлюсь з цією задачею, тому що я знаю, що вам пожелати. Я уверен, що це не секрет. Вам просто нужно пожелати творчих успіхів. То есть творческие успехи приводят всегда к каким-то большим результатам. То есть можно быть лучшими среди лучших. Тоже те же самые соревнования. То есть, насколько знаю, ваш коллектив, он сформирован из профессионалов, с большой буквы. Есть профессионалы, которые практически всю жизнь отдали этому делу, всю жизнь, свою, практически всю свою жизнь. Поэтому я знаю, что вам пожелать. Самое главное – здоровья, удачи, творческих успехов. Ну и самое главное, чтобы в нашей стране, в нашем городе процветал только мир. Мир, трудолюбие, ну и хорошее отношение к близким, к людям, к гражданам. Зараз наші глядачі вас дивляться і слухають, погоджуються із кожним вашим словом. Я думаю, мої колеги вас чують і бачать, але за них можу відповісти тільки я. Щиро подякую за ваші теплі слова. Прошу, пишіть побажання, а я вам буду ставити наступне запитання. Ви дуже добре знаєте, чого нам побажати. А чого б ви хотіли побачити на екрані найближчим часом? Чогось нового? Бо для когось телебачення – це спосіб передачі інформації чи отримання, для когось просто розвага. Чого б ви хотіли від телебачення, може, ще більше? Або чогось взагалі нового? Ну, я вам хочу сказати, нове – це добре забите старе. Я хочу пожелати вам, щоб ви все більше популяризували Николаївське обласне телевидение, щоб всі желающие, активисты, горожане, промышленники, предприниматели, люди медицины, искусства, культуры могли прийти к вам и донести свои проблемы до руководителей области, до руководителей страны, так же самое донести до горожан о том, что происходит в городе. Не так все в нашем городе и плохо. У нас проходит постоянно масса каких-то позитивных мероприятий. Я знаю, город, люди с большим энтузиазмом вытягивают практически этот город на какие-то, скажем так, вершины, получают премии, получают какие-то государственные награды. То есть я бы хотел бы пожелать, чтобы эти все люди были просто вами услышаны, чтобы эти люди могли с экранов обратиться. То есть сегодня есть масса у вас программ, которые, я знаю, смотрят большая часть города. Мы участвовали в том, чтобы эту программу популяризировать по городу, «Контраргументы», шикарнейшая передача, там, где люди могут прийти, политики, активисты, политологи, блогеры, там, как кого не назовешь, то есть люди, которые со своей точки зрения приходят, и все-таки горожане видят, что не так все плохо, у нас есть нормальные, адекватные люди, помимо каких-то там городских сумасшедших, еще есть нормальные люди, которые понимают и знают, как этот город сделать краше, чище и лучше. И я вам хочу сказать, что сегодня
так случилось, так получилось, потому что выборы – это тоже соревнования. То есть я был избран депутатом городского совета в очередной раз. Я был депутатом 4-го созыва, теперь я буду депутатом 7-го созыва. То есть я хочу также сам обратиться к горожанам, которым не безразлична судьба города. Обращайтесь, вы будете услышаны, мы будем вам помогать, мы будем с вами работать плодотворно, практически, как говорится, день в день для того, чтобы что-то наладить в этом городе. Наладить до такого результата, чтобы у нас ушли все склоки, все сплетни, все эти события, которые происходят. То есть они в большинстве происходят из-за того, что у людей нет работы. Некоторые люди обижены на тех или иных чиновников. Некоторые не услышаны еще кем-то. То есть, так, проблем дуже багато. Да. Їх в ранковій програмі, на жаль, не вирішити, але ми можемо про них принаймні заявити і показати людей, які готові вирішувати проблеми. Да. І ми з удовольствием с ними будемо работать. І я думаю, що це буде дуже хороший пример для того, щоб люди бачили, що обласне телевидение работает на благо города і області. Ну, а я зараз дістаю чарівну нашу пляшечку, да, для майбутнього. Так, чекаємо від вас побажання. Все коротенько? Очень. Що ж, дякую. Сподіваємося, що за рік прочитаємо однозначно дійсні компанії, да, і побачимо, що здійснилося, да, а що, над чим ще будемо працювати. Так? Дякую вам. І вам. Доброго вам ранку. Приємного. Спасибо большое. Поставила тихенько. Да. Приємного продовження дня. Спасибо большое. Приходьте до нас ще з цікавими людьми, з цікавими ідеями. З удовольствием. Будемо разом їх реалізовувати. Большим удовольствием.